Слушай, я не собирался спрашивать, но... Катализатор, как долго не кончать? Нет, не получится. Почему? Я предотвращу это. Что? Пиздёшь? Тебе столько не протянуть. Я создал жнецов, чтобы этого не допустить. Ах ты ж сукин сын! Капитан, выброси его в воздушный шлюз. Нет, не смей. Отлично. Доктор Шоколас, что вы думаете насчет сервера? Мы забрали их деньги, забрали их лучшую рыбу, забрали их лучшие чипсы. Вы с Джеффом так жестоко их обкончали их лица, пока они умирали. Это довольно подробно. И надеюсь, это было не слишком непрофессионально. Обычно я даю взад. Весьма достойная поза. Что? Так, я слышала, ты примкнул жнецам, да? Чтобы похищать женщин? Ах ты, старая манда, это ж полный бред. Блять, она слишком много знает. Это решать не нам. Приказы совета обязательны к исполнению, никаких оправданий. О, было бы у меня оправдание просунуть свои пальцы Шепарду между булок. Эх, меня сдерживает не робость, поверьте, я пробовал. Но он не поддался, я потребовал навести обо мне справки. Видимо, не придется мне осознавать моей жене кое в чем. Шепард, эти чувства убивают меня. Джокер, спрячь-ка этот крэк как следует. Чё? Да ну! Чё за отстой? Это может подождать? Мы тут типа на войне. Ладно, Шепард, знаешь, я был на инструктаже у андроида. Он сказал, что Сузи собирается установить себя в сексуальный роботический корпус. И я сказал, шикарно, ага! Да, и штаны я немного попачкал. Там все было в кончи! Хорошо. Лучше бы я этого не слышал. Ты правда думал, что я смогу промолчать об этом? Я чувствую себя типа сексуально озабоченным щупальцем чудовищным на корабле Джокер! Я тут подумал, оставь-ка крэк. Я ненавижу мои сиськи. Эй! Они в порядке, Эш? Они чертовски хороши, в порядке. Пора лишить их твоей суперской опитывающей одежды, Шепард. Мы достанем их оттуда в сохранности, Эшли. Вместе. Ради земли. Я обещаю. Шепард, постой. И это все? О, точно. Потрахаемся, ок. Она убегает. Ну же! Нельзя ее упустить! Эта жопа слишком ценна, чтобы ее потерять! Шепард, осторожно, впереди дух! Эта жопа толще, чем кажется! Черт, да она же огромная, твою мать! Она растет слишком быстро! О нет, что такое? Мне нужно посрать! Что ж, сильно? Сильно! Черт побери, почему ты не сходила перед заданием? Шепард, пора тебе собрать весь накопленный стресс и закукопорить его, а потом разбрызгать его мне по лицу и телу. Разбрызгай, 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 разбрызгай по моему телу. Гарус, это типа, ну, отвратительно. Достижение разблокировано. Открыт приватный танец. Озвучил Алексей Верлин. Специально для домашнего ознакомительного просмотра. Субтитры предоставлены GamePop.rus. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал и вот свежие выпуски. Всем спасибо и пока. Что я смогу промолчать об этом? Чувствую себя с тебя сексуально. Бля, да что ж такое-то?